Перемены есть и в выставочном зале Кировского ДК. Там появились три интересные фотозоны. Они охватывают период 60-80-х годов прошлого столетия. Отображают быт и моду тех лет. В путешествие во времени отправилась и наша съемочная группа. Кажется, на вращение пластинки можно смотреть бесконечно. Это что-то забытое, родом из детства. Многие экспонаты кажутся родными. Такие статуэтки, перекидной календарь и похожие чашки были у бабушек. На проигрывателе «Романтика 106» мои родители слушали Александра Розенбаума. А с подобными куклами играла я сама. На воспоминания фотозоны настраивают многих посетителей. Самое интересное, наверное, то, что когда приходишь вот в такое место, какие-то одолевают воспоминания, ностальгия по детству. Вот училась вышивать, тут вышивки есть. Ностальгия по тем, кого нет среди нас, когда смотришь на самовары. Дома убрала высоко, чтобы не очень напоминал. Тоже сюда приходишь, потому что вспоминаешь, как... Ну, молоды были, о чем говорили, как песни пели у самовара. Это же все очень здорово, очень интересно. На создание фотозон у Ольги Романовой, ведущего специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности Дворца культуры, ушло целое лето. Были найдены буфет, круглый стол со стульями, рабочая радиола 1972 года выпуска. Часть вещей выставочному залу подарили сами кировчане. Многие экспонаты из личной коллекции Ольги. Во-первых, фотографии. Вот у меня бабушка с дедушкой, это мои прабабушка, прадедушка. Мой любимый плюшевый коврик с оленями. Это же над диваном, где я спала, вот сколько ездила в деревню с самого детства, вот этот коврик и висел. И даже привезла бабушкину плюшевую тужурку, которую сейчас сдам в химчистку, потому что ей очень много лет. И потом подберу достаточно вот такой нужный наряд и надену на манекен. Быть в фотозоне и уйти без снимка – нонсенс. Я не удержалась от искушения и прикинула на себя образ из прошлого. Очки-мухи и стильный зонт-трость были обязательными атрибутами любой модницы 70-х годов. Сейчас и то, и другое – большая редкость. И с этим обязательно нужно сфотографироваться. Ольга, щелкни меня на память. Удовольствие. Коллекция вещей постоянно пополняется, поэтому наполнение фотозон будет обновляться. Среди задумок – советский Новый год, тематические зоны, посвященные 8 марта, 9 мая и многие другие. Сделать интересные фотографии можно в часы работы выставочного зала. Вход свободный.